будет инсталляция, ребята, еще одна. Это у нас село Отрадоульгинское, Агулькевичский район. Напоминаю, у нас сегодня 21 мая 2021 год. Вот, ждем Бастрыкина. Палатка вот она медицинская стоит. Люди в ней ночуют уже двое суток, получается, по словам женщин. Вот, ждут. Значит, у нас ЗОТ вот он находится впереди. Заграждения такие вот стоят. Инсталляция тоже интересная. Вот ребятки у нас в форме военных лет находятся. Открытие памятника будет. О! Нормально. Так, ну давайте подойдем, спросим, что там такое. Есть, отдают. Ребята, здрасте. А что у вас тут такое? Приоружие прям такие. Конечно, проезжаете. А что случилось? Ничего не случилось. Расскажите мне. Мне нет, да? Что у вас? Ну-ка. Открывают памятник. В честь кого? Погибших. Вот. Великой Отечественной войне. Понятно. А кого ждете? Уже двое суток говорят. Не знаю, но они сообщали. Закрытая информация, мам, не может такое сказать. Ух ты. Ну хорошо, ладно, ребята. Давайте, удачного вам дня. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Вот он, ЗОТ.